кончиком языка верхнего неба вы замыкаете функциональные и управляющие каналы в единый контур и даете возможность энергии двигаться по микроскопической орбите. На микроскопической орбите расположены 14 энергетических центров, каждый из которых отвечает за питание определенных органов и влияет на эмоциональную сферу. Открытость или закрытость этих центров определяет наше взаимодействие с внешним миром. Точка промежности. Открытость этого центра характеризуется ощущением основательности, заземленности, прочности и покоя. Если этот центр закрыт для прохождения энергии, человек боится изменений. Сердечный центр. Если он закрыт, нам может быть жалко самих себя, которых никто не любит. Мы можем чувствовать себя подавленными, обманутыми и одинокими. Когда сердечный центр открыт, появляется непроходящее чувство радости и любви, уважения и счастья. Научившись двигать жизненную энергию по орбите, вы сможете поддерживать ее равномерный поток. Преимущества микроскопической орбиты простираются далеко за пределы облегчения прохождения потока энергии и включают в себя предотвращение старения и исцеление.